96-й Артем Землянкин, 37-й Денис Кирпичонок. Ну и 13-й. У нас первое взятие ворот случается уже на второй крест. Они создали себе задел. И лишь в третьем периоде «Химик» вырвал победу. Сейчас наоборот. «Химик» рвется вперед. И Михаил Бучкин. Ему следует классный пас. На Бучкина Михаил заряжал. Но дубля не случилось. Сейчас стреляет защитник Данил Щеголев. И 2-0 уже на счет 2-0. Пушка знатная. Михаил Бучкин отдал голевую передачу. У него уже 1+1 в этой встрече. Ну и классно выстрелил Щеголев. Там не под щитками. Здесь Брест наконец-то перехватил. Брест может выйти из зоны. Здесь неплохой силовой прием. Мило уложил на лед. Вход в зону вновь от «Химика». Здесь Горячевских надо накрывать шайбу. А что он делает? А что творит голкипер? Привоз от Степана, самый опытный. Плюс 3 в пользу гостей. Ну, Горячевских, ну он уже все, казалось, все фиксирую. А он просто промахнулся по шайбе. Не знаю, как это... Ну, может быть, выход голкипера как-то взбодрит, встрепенет команду. Оу, перекладина! Бросок еще мимо. Чувство, да, своих партнеров. Подставление, такая наброс, наклев на туда в центр перед воротами был. И хорошо подставлял клюшку Бронников. Это не то, что бросок. Брест выиграл 2-0 первый период. А здесь еще момент у Новополоцка. Бучкин! Дальше что? Добивать, брать тепленьким. Ну вот этот момент Бучкина, да, в штангу попадает Михаил. Бросил-то, там даже почти крестовина, наверное. Главные ударные силы химика Леоненко. Но здесь еще момент у «Химика». Вот сейчас уже выручает. Щитками отражает Шпилев. Последняя минута первого периода. Пас на пятак. И что? Что? Нет гола. Да, это суперсейв, судя по всему, Шпилева. И Дмитрий остался один. Да, штанга. Потом в спину голкипера шайба попала. И уже накрыл ее после этого, только после этого Артем. Там еще помогали. Ну, уже прессингует соперник и прессингует. Смотрите, как здорово отбирает шайбу Виктор Гавриленко. Постарался там. И смотрите, атака у «Химика». Бросок 4-0. Брест пропускает. Вообще, возвращаться. Нужно как-то зажигаться, да? Нужно что-то предпринимать. И Брест выходит с перерыва. Выходит. Ну, вот сейчас шайба все-таки у Бреста. Будет ли бросок Кофеева? Это наброс на пятак. А там момент какой! И все-таки Брест забивает! Ну, для него это 8-е очко в нынешнем сезоне. 5-я шайба. Уже там практически шайба, кстати, ушла за ворота. Но он наставил ее Балаболкин. Переложил, ну, под удобную крюк. Любых моментов, ну, не считая вот этого броска Петручика, с которым справился Шпилев. А вот сейчас, под мои слова, Брест создает шикарную атаку. И Ренат Сафин. Зародилась какая-то интрига. Ну, Самсонов, он, конечно, великолепно все сделал. Вот этот проход совершил. Защита его проморгала. И отдал шикарную передачу. Шпилев как ни стал. Приложили там Гавриленко. Но шайба на синей. Выстрел, бросок, подставление того же Гавриленко. И свое орудие подставил под бросок Пузатова. Ну, Пузатова, получается, ассистентский балл. Он забросил уже. Получается, у него второй балл. Потеря шайбы у борта, но тут же ее Жуковский возвращает. Качан на ворота. Волошин! 3-5! Интрига снова оживает. Ну, наконец-то Брест! Пропустить какую-нибудь досадную шайбу Федор Качан выложил партнеру снаряд. И тот прицельно под блином у Шпилева. 55 секунд и 35 секунд большинства. Момент у Бреста, не дают бросить. Тачок. Нет, не вывели шайбу. Сейчас бросок. Ух.